сейчас он прочитает. Ему и присуща природная открытость, поэтому к нему, к ней тянутся люди. И? Хотелось? Ну, хотя бы приближенно к этому человеку. Еще раз сказать, еще что-то дополнительно сказать? Давайте, давайте. Этот человек обладает уникальной способностью поднимать настроение. Гурден? Ну, все мы умеем поднимать настроение. Гурден, я так сказать. Иначе, как объяснить громкий смех, периодически доносящийся из кабинета? Гурден! Не хватает, давай еще. Дальше сказать. Мне интересно, что про нее думают. Дозировкой. Антидепрессант победителем в этой номинации становится кто? Гольден. Я уже сама догадалась. Спасибо. Давай подарки. Шық-шық. Нет, сонда. Ұлдарға түскен, қыздарға түскен ғой деймін. Келесі жол дайындалып. Дальше, давайте крутить. Өсті көлем қойып. Адам ұшты. Адам да. Бұла весь. Ооо. Ладно. Мені орысша айта түсінсін бәрі, түсінсін. Да, этот человек очень ответственный. Ну такой веселый, компанейский. Всегда в общении, всегда смехи. Очень хороший семьянин, очень хороший родитель для своих детей, очень уважаемый человек в коллективе. Уважаемый? Синдер, кирс вам нужно? Можно проголосовать уже, да? Да. За Ермека. Не знаю. Айбек. Гульнар. Может, Гульнар. Айбек. Так, тогда еще. Ответственный. Айбек под еще. Гульнар. Веселый. Не забудьте это слово. Кто с подарком стоит, уже понятно, да? Она все-таки есть. Каждого человека есть. Айбек, ты веселый. Конкретно не могу сказать. Я этого человека редко вижу. Мы не так часто бываем в офисе, чтобы досконально это все. В офисе. Значит, Гульнара. 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 Негізі ана отгадала за столом. Ой, рахмет. Первый отгадала за столом. Я өзім айттым. Аға. Значит, біліп жүрді деп қойсаң. Аға, айтпайым деп жүргеннен көзінен қарап қойғансың ғой. Екі қабат қағаз шығарды қой, екеуінде де сен түсті ғой. Ал, Гүлнар. Мен қағазым бар. Берші маған. Әсіп бұр қалдымды жүрмін. Доказательство бар ма? Ұлпан қатты дайындалыпты бәріне, деші кәрім. Ой, Гүлнар, тоже дайындалды. Слушайте. Қайда? Хайса, нюх как у собаки, а глаз как у орла. Нюх как у собаки, глаз как у орла. Самому внимательному. Ренат. 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 Глаза. Внимательный. Все замечаешь, сотрудник. Ренат. Так кто за Рената? Глаз как? У орла. Нюх как у собаки. Все замечающий. Вау! Жоқ, біз кеше дайындалдық қой. Сөйлеп кеткен адамға
вот все, выбирайте сюда. Улан сізге. Улан, онда гүлден, гүлден. Гүлден. Сізден ішке тұтса, болды. Кеме жаң айтып жатқан сөз бұл. Қазір жақ кеңеген выбор. Гүлден айта берсін. Это человек, которому я хочу подарить сюрприз, мини-сюрприз, так скажем. Очень открытый компанист, весельчак, так скажем, да? Человек в своем характере и тоже своя изюминка. Он патриот, любит свой язык и всегда хочет продвигать везде свой язык. Молодец, дружусь им, так скажем. Меньше, а? Молодец! Кто за Улана? Кто за Улана? Ладно, да? Да. Дальше кому? Ну все тут проголосовали, кроме Баттера. Подожди. Баттер, ты говори. Я тоже патриот. Я тоже Улан. У меня просто была бумажка Улан. У меня была бумажка Улан. Вы Улпан с Уланом не перепутали? Подарки только принимать. Вы что? Я писала бумажку. Тише, ты не говори, ты молчи. Нет, я писала, зачем ты говоришь? Понятно было. Улан и Улпан. Давайте. Спасибо. Вы интересные подарки. Ладно. Как ты подаришь тому, кто останется? Ну, конечно, я. Кто у нас не говорит? Сыз, я и Баттер. Баттер. Баттер үшеулеріңіз қалдыңыздар. Баттер үшеулеріңіз қалды. Ермек пен Баттер. Баттер. Ну, Баттер. Он не знает же. Просто это он в конце там подарит. Тогда давайте его не будем считать. Следующий год. Ермек, айта. Окей. Арина же еще, да? Да. С этим человеком я с самым первым познакомилась. В принципе, в компании. Ермек. По тому, как я работала, это уже как четвертый месяц пошел. Может, охрана ваша? Кстати, меня спросили. Я поняла, что это довольно-таки спокойный человек, что он ответственный в своем деле. Вот. И очень часто переживает из-за вот мелочей. И, ну, это правда, так и есть. Я вам открыто скажу. А еще, ну, это очень мягкий человек, очень мягкий. Ну, до жути мягкий человек, извините меня. Вот. И если бы не этот человек, то, в принципе, наверное, всех не было бы. Угадал, да? Да. Арина, Арина Дэн, вот тоже угадал. Гульнара отгадал, Арина. Ермек отгадал. Теперь Ермек. В вашу сторону. Так, Дима сказал, да? Дима сказал, Ермек. Или мен айта берейін ба енді соңғы? Бастық соңғы қалтырамыз ба? Батыр қалтырамыз ба? Соңғы, иә. Батыр давай. Өз-өзіңіз айта берсін. Зачем еще раз? Перемен. Все равно, ага, ага. Все тянет туда, тянет. Так, ну этот человек, как бы... Что сказать? Образованный. Упрямый. Любит спорить. Все, погодишь сразу. Ну тут уже вариантов не осталось, отсеялось все, уже понятно, да? Борзый, чем бык. Не он. Куркум скептрал на него. Калькулятор десять. Модуль, модуль. Варианты топ-10 модуль. Арина Тага.
Вот сыз гана свой. Видишь, какой банкир, да? Себя на последний раз. Давайте, Айга. Сыдайте. Ал, мен айтам, не айтам. Біздегі бойдақ ең әдемі, ең ұзын жігіт. Самый высокий, самый красивый, самый умный. Владеет английским хорошо. Он умный. Батыр! Молодец! Но часто начальство его сильно ругает. Баста есть куда можно. Стальные яйца. Ой, блин. Все, баттер это, баттер. Молодец, баттер. Ну тут баттер только остался, видите. Улпан. На самый высокий только баттер есть. Я тоже. Но улпан, баттер улпан, да, видишь. Тут все уже ясно. Что, подходим? Ну да. Да, поэтому Улан попался. Наверное, это было. Степан Грузин почувствовал. Ну что, подходит баттер или нет? Самый тяжелый. Подходит или нет? Так, да? Все просто так. Самая тяжелая дебана.